И в завершении выпуска. Пусть День знаний чаще всего вызывает ассоциации со счастливыми первоклашками, не стоит забывать о люберецких студентах, ведь им 1 сентября тоже предстояло кому вернуться, а кому только и приступить к учебе. В День знаний почти 500 ребят получили заветные студенческие билеты на торжественной церемонии во Дворце спорта «Триумф». Российская таможенная академия отметила День знаний в Люберецком дворце спорта «Триумф». Сегодня этот вуз принял в ряды студентов почти 1500 вчерашних школьников. Торжественный вынос знамени, гимн российского государства и поздравительные речи. Первым напутственные слова студентам таможенной академии сказал почетный гость мероприятия, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Вы выбрали для себя по жизни самую многогранную профессию, профессию таможенника. Вам предстоит овладеть многими дисциплинами в области экономики, права, таможенного дела. О том, что ожидает в новых семестрах студентов, рассказал ректор высшего учебного заведения Владимир Мантусов. В Российской таможенной академии есть все необходимое для того, чтобы вы были достойными профессионалами своего дела. И материально-техническая база, и профессорско-преподавательский состав, а также все необходимое для того, чтобы вы прошли практику в таможенных органах. Эстафету поздравлений принял и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он порадовался не только за молодое поколение, но и за их родителей. И сегодня вы горды за себя, но я думаю, что сегодня абсолютно счастливы. И абсолютно переполнены и счастьем, и гордостью – это родители. Я поздравляю родителей, потому что я думаю, что то, о чем вы думали, мечтали, лелеяли и взращивали, вам сегодня принесло счастье. Далее кульминация события – вручение студенческих билетов и передача ключа знаний от выпускников первокурсникам. Теперь у этих ребят впереди несколько лет счастливой студенческой жизни с новыми открытиями, знакомствами, творческими и научными победами. Как ощущения? Волнительные. Ждем учебы, начала учебы, чтобы получить новые знания, как нам сегодня сказали, наполнить свои сосуды и зажечься. Мы еще приехали из Беларуси, поэтому хотим познакомиться как с россиянами, так и с Казахстана. У нас в группе все страны СНГ. Я просто прекрасный. Я поступил в таможенную академию. Когда узнал у нее, прям загорелся просто. Это была прям мечта. И теперь я здесь. Ощущения прекрасные. Но не грустно? Вот 1 сентября в прошлом году ты шел в школу, а теперь в институт. Нет, не грусть, это новый этап жизни, поэтому грусти нет, я только вижу светлое будущее и иду к нему. Завершился День знаний в таможенной академии сюрпризом для зрителей. Самые творческие студенты, преподаватели и друзья учебного заведения выступили в праздничном концерте. Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.